Активисты «Актуальной правды» и «Стоп коррупции» провели митинг возле загородного имения директора киевского крематория Игоря Дашукова в селе Рожны. Директор кладбища, а сейчас він директор крематория. Він колись мене брав в морг і казав, що я директор кладбища, не крематорія, він сказав. Такий повненький мужчина. Оце вулочку по правій стороні, там всі такі розвалюшки, а його буде великий дім. Дабы донести общественности суть коррупции в коммунальном предприятии. Активисты требуют привлечь Дашукова к ответственности за фальсификацию декларации, в которой он указал, что имеет недостроенный дом, а в реальности дом более 330 квадратных метров жилой. Этот дом, он по декларации у Дашукова идет как не зарегистрирован, как недострой. И спасибо большое, уважаемая мадам Дашукова, что вы подтвердили, что дом был построен аж еще в 2012 году. Напоминаю, за то, что ложные данные вносятся в декларацию, светит 2 года тюрьмы. Также на самозахваченной территории более гектара. У него частное озеро, частный электротрансформатор. Работают служанки, строители и садовники. В дикой жажде к наживе устроил во дворе частный крематорий, который сгорел, не выдержав объема работы. Все его имение напоминает Освенцим в миниатюре. Также это является укрывательством от налогов, что несет за собой тюремный срок. К активистам вышла родственница Дашукова. Выскочив со двора, она начала нападать на журналиста и оператора. Но защищая коррупционера, подтвердила, что дом жилой еще с 2012 года. Вы знаете, когда построен этот дом? Знаем, что он даже... В 2012 году. В чем дело? А вы его зарегистрировали? Актуальная правда добьется уголовной ответственности коррупционера Дашукова. Надо понять, что у Дашукова во дворе крематорий. Крематорий, который сгорел, вероятно, не выдержал технологии он. Ну, конечно, откуда Дашуков может знать технологии, если он просто вонючий вор? Он же не инженер какой-то. Поэтому, конечно, он спалил свой частный крематорий во дворе и, наверное, думает, как бы его восстановить. И мы тоже не знаем, сколько тут трупов было же сгорело. Потому что в Киеве, например, ежесуточно умирает около 300-400 человек. Да? В области тоже, возможно, такая цифра чуть больше. То есть представьте, какой огромная возможность заработать. Плюс убийство. Это отдельное направление. И, соответственно, конечно, на этом можно стать миллионером. И вот Дашуков стал миллионером, потому что этот дом стоит не 1 миллион гривен.